Говорит далее, аль-халю салиса. Теперь третья ситуация. Смотри, первые две ситуации были какие? Первая ситуация самая легкая, вторая чуть посложнее, третья еще сложнее. Первая ситуация, когда были представители только асабы. Из представителей фарда вообще никого не было. Соответственно, считать было легче всего. Сколько голов, столько основное число вопроса. Второй вопрос. Все представители асабы, но с ними есть один представитель фарда. Сказали основное число, как вычисляем? Из знаменателя представителя фарда. 1 шестая 6, 1 восьмая 8, 1 вторая двойка и тому подобное. Вот теперь аль-халю салиса, третья ситуация. Аньякуна аль-вараса асхабу фурут вахдагум. Когда наследники представляют из себя нескольких представителей фарда лишь. А умаагум асхабу асаба. Или еще может быть вместе с ними представитель асабы. Здесь уже роль не играет. Суть в третьей ситуации в чем? В том, что представители фарда больше, чем один. 2, 3, 4. Здесь уже не пойдет просто знаменатель одного из них взять и верхний квадратик поставить. Здесь уже несколько знаменателей. У одного 1 шестая, у другого 1 восьмая, у третьего 1 четвертая. Как вывести вот это вот общее число? Это, брат, не что иное, как то, что вот в школе же мы проходили, общий знаменатель или общий минимальный знаменатель. Вот оно вот это. Сейчас мы все это будем изучать, все в таком замудренном виде, а потом придет указание на то, что можно отработать это просто вычислением общего знаменателя. Это у нас придет, иншаллах, на следующем уроке. Но сегодня мы попробуем пройти вот это вот. Иншаллах, ничего так же сложного нет. Смотри, говорит, «Фафиади иль-халь нанзур бейна макамат аль-фурут бин нисаб аль-арба». В данном случае, то есть если представители фарда несколько, а не один, двое, трое, четверо, то говорит, как вычислить общее число или основное число, точнее, вопроса? Говорит, здесь мы уже смотрим соотношение вот этих вот знаменателей, нескольких людей, шестерка, восьмерка, четверка, из них находим общий знаменатель. Говорит, как мы смотрим на это соотношение? Биннисаб аль-арба. Посредством четырех рычагов, как бы, или посредством четырех факторов, посредством четырех действий, или методов, или способов, и так далее. Вот смотри, говорит, значит, четыре метода у нас будет впереди. И все они, брат, простейшие. Уалаха амалюн кабир фи амали масаль аль-фарад. И говорит, хоть это и является простым, но играет довольно важную роль в вопросе чего? Исчисления наследства, расчета наследства. Уаннисаб аль-арба гия. Что это за четыре метода или за четыре способа? Первое называется тамасуль, второе называется тавафук, третье называется тадахуль и четвертое называется табаюн. Так, сейчас придет у нас каждый из этих способов, и мы поймем, что это такое. Аль-ауаль, первое ат-тамасуль. Тамасуль это что такое? Взаимное равенство, как бы. Равенство или тамасуль, подобие. Ваюсамма тасауи, по-другому говорит, еще называется как тасауи. Можешь называть тамасуль, можешь называть тасауи. Вагу, а что это такое? Алиттихад филь каммия, каиснейн ваиснейн. Это когда две цифры одинаковые в количестве, как 2 и 2. Васаляса васаляса, 3 и 3. Варба варба, 4 и 4. Васитта васитта, 6 и 6. Лянна куллян минхума мумасиль лиль ахар. Почему, говорит, этот первый способ или метод называется тамасуль, равенство или подобие? Потому что, говорит, каждая цифра подобна другой цифре. Они одинаковые цифры. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 и так далее. Говорит, смотри, фаинкана бейн аль-фардейн аль-ауль ададейн тамасуль. Если, говорит, между двумя фардами тамасуль, то есть единство в цифре, фальхукму фи, то постановление какое? Что значит постановление какое? То есть, как мы находим общее число, единое число вопроса? Анюктафа биахадиль ададейн. Берем одну из этих цифр, а на вторую внимание не обращаем. Почему? Потому что они одинаковые. Смотри, говорит ваякуну аслан лиль масаля. И вот этот вот знаменатель будет чем? Основой или основным числом вопроса. Мисальгу, пример этого. Халикан ваап ваибн. Человек скончался, оставил после себя маму, отца и сына. К вам вопрос. Мама сколько в данном случае получит? 1/3, 1/8, 1/25 или 1/83? А? 1/6. Почему 1/6? Потому что есть сын. Далее, аб, отец сколько получит? Сын его перекрывает полностью или все-таки папе что-то достается? Тоже 1/6. А сын получит остаток. Соответствует нашей третьей ситуации или нет? Соответствует. Более чем один представитель фарда, а это мама и папа. А остальное асаба. Сколько их там? Нас уже не так сильно интересует. Вот теперь смотри. У мамы знаменатель какой? 1/6. 6. У папы какой? 1/6. Тоже 6. Все. Говорит, каково постановление? Берем шестерку, ставим вверх. Потому что они два фарда одинаковые. Как будто бы, брат, представитель фарда один. Здесь их двое будет, трое будет, пятеро будет. Если у всех одинаковый знаменатель, все, как будто бы он один в вопросах расчета. Правильно или нет? Поэтому, видишь, говорит, вернемся чуть кверху. Фальхук муфи, постановление какое? Анюктафа биахадиль ададейн. То, что мы ограничиваемся одной из этих двух цифр. Потому что они все одинаковые. Вот теперь смотри, поставили шестерку опять куда? Наверх. Так, теперь вниз. Сколько квадратиков начертим? 3 квадратика. Почему?
Три представителя наследства. Наследников трое. Мама, папа, сын. Так, это на какой у нас странице табличка? На странице 161. Смотри, пишем перед каждым квадратиком ее хозяина. Или его хозяина. Ап, ибн. Перед каждым хозяином пишем его дробь. Мама, сколько записали? 1/6. Папа, сколько записали? 1/6. Сын, что записали? Айн. То есть асаба. Он представитель асаба. Вот теперь нам нужно посчитать каждого доля сколько. Чтобы посчитать долю мамы, что нужно сделать? Единое число вопроса, то есть шестерку, разделить на ее знаменатель, то есть тоже на шестерку. 6 делим на 6, сколько будет? 1. Записали перед ней однерку. То же самое с папой. 6 делим на его знаменатель. 6 на 6, 1. Еще одну однерку записали. Теперь вот брат, сын получит, сколько мы говорили, как представитель асабы, остатки. А сколько это остатки? 1 плюс 1, 2. 6 вычитаем 2, 4. То есть ему из 6 остается после 2 четверка. Понял или нет? Теперь смотри, что получилось? Мама получает 1/6. Папа получает 1/6, сын получает сколько? 4/6. А 4/6 это не что иное, как 2/3. То есть после сокращения дроби. Сокращать же дроби умеем же. 4/6 сокращаем каждую, что вдвое, получается 2/3. Таип. Значит, если скончался покойный и оставил после себя 60 единиц. Каждый из них сколько получит? Мама 10, папа 10, а сын получит 40, машалла. Далее, теперь второй пример. Халика анзоуч ва шахиха. Женщина скончалась, оставила после себя мужа и родную сестру. Муж сколько получает? 1/2. Полнаследство. Хапнул, убежал. Сестра сколько получает? Тоже 1/2. Хапнула тоже, но уже не убежала, а спокойно ушла, потому что убегать уже не от кого. Теперь к вам вопрос. Муж 1/2, сестра 1/2. Тайп, знаменатель у нас одинаковый или не одинаковый? Там двойка, здесь двойка. Что нам нужно сделать? Вот эту двойку просто наверх поставить и все. Это и будет общее или наше единое число вопроса. Смотри. Теперь мы смотрим вот на эту нижнюю таблицу. Верхний квадратик, в ней написано двойка. Потом сколько внизу квадратиков опять? По количеству наследников. Наследников двое, пишем 2 квадратика. Дальше перед каждым квадратиком пишем его хозяина, зоч, шахиха. Еще по-другому ты можешь в книгах по наследству увидеть не шахиха, вот таким длинным словом, а просто букву каф и там арбута. КТ как бы, это кто называется? Шахиха. Если просто каф, шахих, то есть родной брат и тому подобное. Ухтебе. Это что такое? Ухтли-аб, сестра по отцу и так далее. Это у нас дальше придет по книге. Просто у нас, брат, сейчас таблицы элементарные, простейшие, места много, мы пишем шакика, так длинным словом пишем. А когда таблица самая сложная, места станет мало, будем писать кэте, ухтебе, чтобы место сохранить. Понятно или нет? Так, перед зоучем написали его долю. Сколько? 1/2. Перед шакикой тоже написали ее долю. 1/2. Теперь 2 делим на сколько? Чтобы узнать долю каждого, на знаменатель каждого. 2 на 2, 1, подписали однерку перед мужем. 2 на 2, опять 1, перед сестрой опять написали однерку. Все, 1/2, 1/2. Понятно или нет? Это первый метод, или как бы первый способ, если после покойного осталось сразу несколько представителей фарда. Как называется? Тамацу. Когда их дробь одинаковая, то есть цифра в знаменателе имеется в виду какая? Одинаковая. Если будет представитель, который получает 1/3, а другой представитель получает 2/3, это из нашего вопроса или нет? Дроби разные, 1/3 и 2/3. Из нашего. Нас не волнует, дроби одинаковые или разные. Нас волнует, знаменатель одинаковый или нет. Знаменатель у каждого тройка тоже сюда бы подошел как пример. Далее. Асани, теперь второй метод. Ат-тавафук. Называется ат-тавафук. Ваюсамма алиштирак. Еще по-другому называется алиштирак. Что такое тавафук? Смотри. Говорит. Хуа иштиракуль ададейн фиджуз миналаджиза. Это единство двух чисел в какой-либо их доли. Мислюль арба васитта, как, например, цифра 4 и 6. Фаинна ума мутавафикан бин нисф. Они, говорят, равны в чем? В половине. То есть в каком смысле равны в половине? Имеется в виду, каждый из них делится на 2 без остатка. Говорит ли анна куль лян минугума ляу нисфун сахих. Говорит, потому что каждый из этих цифр имеет что? Как бы целое число, половина его. То есть четверка, если поделим на 2, будет 2. 2 целое число или нет? Целое число. 6 разделим, допустим, на 2, будет сколько? 3. 3 целое число или нет? 3 целое число. То есть без остатка. Смотри. Фанис фуль арба ифнан. Половина четверки сколько? 2. Фанис фу ситта саляса. Половина шестерки? 3. Вакасамания валь ифна ашар. Или, например, другой пример. 8 и 12. Какова их равная доля? Можно ли сказать здесь уже половина? Или как скажем? Здесь нам, смотри, брат, обрати внимание. Нам нужно найти минимальное число. Здесь может быть несколько вариантов. 8 можно разделить на 2 и 12 можно разделить на 2. Будет сколько? 4 и 6. Но это не пойдет. Нужно найти еще меньшее число. 8 можно разделить на сколько?
На 3 можно разделить 8 или нет? Не, на 3 нельзя. На 5 можно, тоже нельзя. Смотри, 8 делим на 4. 12 на 4 делится? Нет. Тоже делим на 4. Значит, 8 разделили на 4 сколько? 2. 12 разделили на 4 сколько? 3. Получилось в итоге от 8 и 12 осталось 2 и 3. Сейчас придет, что мы будем делать с этими двумя, двойкой и тройкой. Вот смотри. Вакасамани олисна ашар. Как 8 и 12. Фаиннаума мутауафикан бин нисф обирруба. Говорит, у них равная половина и равная четверть. Что значит равная половина и равная четверть? То есть и 8, и 12 делится на половину и на четверть без остатка. Делится на 2 и на 4 без остатка. Лянна куллян мингума лаунисфун сахих ва рубун сахих. Потому что каждая из этих двух цифр обладает целой половиной и целой четвертью. То есть числа, если мы поделим на 2 или на 4, будут без дробей. Говорит, валь муатабар мин аль-аджза аль-мутааддада. Или аль-мутааддида, точнее, адаккуа акаллуа. Но говорит, нас волнует из различных цифр самая меньшая цифра. Факат, только лишь. Мухафазатан аля ихтисар аля адат махмамка амкан. Чтобы говорить, что мы сохранили самое минимальное число, насколько у нас это возможно. Вот теперь смотри. Ваказалика самани валисна ашар мутауафикан берруба. То есть, как восьмерка и двенадцать делятся на двойку, каждый из них без остатка, также, говорит, они делятся еще на четыре. Ваинкану мутауафикани бин нисф айдан, валякин нахуд арруба. Мы, говорит, берем именно четверть, не берем половину, потому что четверть меньше. Говорит, лянну адак мигдаран минан нисф, потому что четверть меньше, чем половина в количестве. Вот теперь постановление. Какое будет у нас постановление? Смотри. Ваинкана бейн аль фардейн аль ауль ададейн тавафух. Если, говорит, у нас между двумя цифрами есть тавафух, так, фальхук муфи, то постановление его какое будет? Ан юдраба уифки ахадугма. Мы, говорит, умножаем. Юдраб это умножать, не бить. Не надо переводить это как бить. Не, мы умножаем. Что? Умножаем уифк ахадугма. Или ахадигма. То есть вот это вот число, которое мы получили после деления. Фикамиль аль-ахар. В полноценное число второе. Как это понять? Мисаль. Приведем пример. После примера сразу станет ясно. Хали канзоуджа ва ум обин. Ва-ибн. Женщина, или точнее, мужчина скончался, оставил после себя кого? Жену, маму, сына. Сразу определяем. Представители фарда один или больше? Больше. Двое. Сын какой? Асаба. Жена, точнее, зоуджа, сколько получит в этом случае? Восьмую. Восьмую часть. Почему восьмую часть? Разве не четвертую? Потому что есть сын. Мама сколько получит? Шестую часть, опять-таки, потому что есть сын. Сын сколько получит? Остатки. Нас не волнует пока, сколько он получит. Вот теперь у нас две дроби. Одна восьмая и одна шестая. Вопрос, они равные, чтобы мы говорили про тамасуль, как в первом методе или нет? Нет, здесь уже тамасуль не проработает, так не работает. Остается нам чем заниматься? Остальными методами. Здесь определяем, какой будет метод. Между восьмеркой и шестеркой какое-то равное соотношение есть или нет? Есть. Каждый из них одинаково делится, то есть делится, точнее, без остатка на сколько? На два. 6 можно разделить на 2, это будет сколько? 3. 8 можно разделить на 2, это будет сколько? 4. Вот теперь берешь вот эту тройку или четверку, любую выбирай. Выбирай, допустим, тройку. Вот эту тройку нужно умножить на сколько? На целое число второе. Второе число у нас какое? Еще раз, смотрим сюда. 1 шестая, это доля кого? Мамы. 1 восьмая, доля кого? Жены. Получилось у нас две цифры, мы смотрим только на знаменатель. Это какие цифры? Шестерка, восьмерка. Вот смотри, запомнил эти две цифры? 6 и 8. 6 и 8. Вот шестерка, мы сказали, делится на половину без остатка. И восьмерка делится на половину без остатка. Вот теперь давай разделим шестерку на половину без остатка. Сколько получится? 3. Вот эту тройку нужно умножить на целое второе число. Второе число у нас какое? Восьмерка в данном случае. Понятно ли нет? 3 умножаешь на 8. Сколько будет? 24. Смотри, обрати внимание на схему. На странице 162. Первая схема. Сколько в верхнем квадратике ты увидишь? 24. Вот эта цифра как раз вышла. Можно сделать наоборот. Восьмерку разделим на 2, сколько будет? 4. 4 умножим на целое число второе. Второе число у нас какое? Шестерка. 4 умножим на 6, сколько будет? Опять 24. Понял? Вот эта вот цифра 24 откуда взялась, теперь ясно или нет? Эта работа как называется? Тавафух. К вам теперь вопрос. Давайте другой я вам пример приведу. 12 и 8. Как они делятся? На сколько они делятся? На 4. Самое меньшее на сколько они делятся? На 4. 8 разделить на 4 сколько? 2. 12 разделить на 4 сколько? 3, допустим. Так? Теперь нам не надо 2 делить. Одно только из двоих разделим. 8 разделим на 4. 2. И вот эту двойку умножим на целое второе число. Второе число какое? 12. Двойку умножим на 12. Тоже будет сколько? 24 в верхнем квадрате. Понятно или нет? Вот теперь смотри. Опять цифру 24 поставили. Внизу сколько квадратиков чертим? По количеству наследников. Наследников 3, чертим 3 квадратика. Перед каждым квадратиком пишем хозяина этого квадратика. Зоуджа, ум, ибн.
Перед каждым хозяином пишем его долю. Зоуджи написали сколько? 1/8. Ум записали сколько? 1/6. Перед сыном написали что? Айн, асаба. Вот теперь посчитаем долю каждого наследника на практике. Сколько это получается? Чтобы узнать долю жены, что нужно сделать? Кто скажет к вам? Что нужно сделать, чтобы узнать долю жены у тебя? Мы хотим узнать теперь долю жены. 24 делим на 8. Да, вот эту верхнюю цифру всегда делим на знаменатель. Понятно или нет? 24 делим на знаменатель, это 8. 24 на 8 сколько? 3. Вот перед женой записали тройку. Все, теперь хотим у мамы узнать, сколько будет ее доля. 24 разделим на сколько? 6. На шестерку, ее знаменатель 6. Это сколько будет? 4. Записали перед мамой 4. А сына сколько запишем? Остаток. 3 плюс 4 сколько? 7. 24 минус 7 сколько? 17. Перед ним написали 17. Все. Жена получила 3/24, то есть 1/8 наследство. Так? Мама получила сколько? 4/24, то есть 1/6 наследство. А сын получил 17/24. Теперь к вам вопрос. Зачем мудрить? Нельзя просто сказать 1/8, 1/6 и все. Нет, нельзя, потому что брат сын есть. Если бы сына не было, да, сказали бы, что назвали бы только в цифрах кого? Асхабль фурут, представителя фарда. Но здесь сын, как называется, портит все дело. В том смысле, что он заставляет нас находить общее знаменательное больше и делить наследство на большее количество. Мы делим теперь все наследство, которое осталось после покойного на сколько уже? На 24 доли. Понятно или нет? На 24 доли. Маме из этих 24 отдаем сколько? 4 доли, жене отдаем 3 доли, сыну отдаем 17 долей. Понятно? Вот таким образом у нас наследство разделилось. Видишь, теперь тебе шейх, то есть автор книги, разъясняет словесно, что он сделал в этой таблице сверху. То же самое, что мы разъяснили только что. Пробежимся по-быстрому. Фананзур бейна самани васитта. Посмотрим, говорит, между восьмеркой и шестеркой. Почему восьмерка и шестерка? Потому что жена 1/8, мама 1/6. У этой 8 знаменателей, у этой 6. Между восьмеркой и шестеркой смотрим. Фанаджит бейна ума тавафукан. Мы видим, что между ними есть тавафук. Что такое тавафук? То есть как бы соотношение. И тот может разделиться на одинаковое число. И это тоже на это же число разделится без остатка. Фаликуль ли вахидин мин гума нисфун сахих. Каждый из них обладает целой половиной. То есть, если мы разделим на 2 каждую из них, цифра будет целая, без остатков. Фанисфу самани арба. Половина восьмерки 4. Фанисфу ситта саляса. Половина шестерки 3. Фанадрит уифк ахадима. Теперь мы умножим уифк, то есть вот эту вот цифру, которая получилась, 4 или 3. На что? Фикамиль аль-ахар. Целое число второе. Фаякун, и получится 4 умножаем на 6, или ау, 3 умножаем на 8. В любом случае результат будет какой? Одинаковый, 24. Вот теперь второй пример, вам для практики. Халика анзоджива ум уабин. Теперь, наоборот, женщина скончалась. После себя оставила мужа, опять маму и сына. Сколько представителей наследства, которые по фарду берут? Двое. Муж сколько возьмет в данном случае? 4. 1/4. Так, мама сколько возьмет? 1/6. Между какими цифрами смотрим? Сын нас волнует пока или нет? Сын нас не волнует. Представитель асаба, никаких дробей у него вообще нет. Пусть пока стоит в стороне. До него мы дойдем. Так, между мамой и мужем 6 и 4. Цифра 4 и 6. Каждый из них делится на 3, на 8 или на 5? На 2. На 2. 8 делим на 2, 4. 6 делим на 2, сколько? Нет, не 8 точнее. Сколько у нас получилось, сказали? 4 и 6. 4 на 2, 2. 6 на 2, 3. Вот теперь, брат, две цифры не надо делить. Одну только разделим и умножим на вторую цифру. Возьмем долю мужа. 1/4. 4 разделим на 2 сколько? 2. 2 умножим на 6. Цифру мамы на 6. 12. 2 умножим на 6 сколько получилось? 12. Куда мы эту цифру 12 ложим? В карман или ложим кому? Или соседу отдаем? Или куда-то записываем? Квадратик записываем. Самый верхний квадратик написали сколько? 12. Все. Теперь внизу чертим количество квадратиков. Сколько квадратиков? Столько, сколько наследников. 3 квадратика. Перед каждым из них его хозяина с дробями. Зоуч, ум, ибн. Теперь хотим выяснить, сколько каждый из них получает из 12. Сколько долей получает? 12 делим для этого на знаменатель каждого из них. 12 делим на мужа, то есть на четверку. Сколько? Записали тройку. 12 разделили на шестерку, записали двойку. А сыну сколько? Остаток. 3 плюс 2, 5. 12 минус 5, 7. Записали семерку. Все, разделили наследство между людьми. Так, теперь будет разъяснение словесно. Фананзур бейн аль-арба васитта. Фанаджит бейнухума тавафухан. Опять мы смотрим между четверкой и шестеркой. Видим, что между ними есть тавафух. То есть, равное как бы соотношение. Фаликулли вахидин минхума нисфун сахих. Потому что каждая из этих цифр обладает правильным нисфом. Правильной половиной. Фанисфуль арба ихнан. Половина четырех сколько? 2. Ванисфу ситта саляса. Половина трех, шести сколько? 3. Фанадрибу уифк ахадиима фикамиля лаха. Теперь, говорит, одну из этих двух цифр разделим и итог умножим на вторую цифру. Говорит фаякун, и будет следующее. Вот тебе приходит на 163 странице сразу сверху. 2 умножаем на 6 сколько?
12, или 3 умножаем на 4, тоже 12. В итоге у нас получилось в верхнем квадратике 12. Брат, элементарно же? Элементарно. Здесь не нужно даже каких-то лишних мыслей. Все понятно, все ясно. Вот теперь остались. Третий метод. Брат, откуда эти методы взялись? Зачем они нужны? Почему мы говорим, что методов именно 4 или способов 4? В зависимости от соотношения цифр. Цифры могут быть равны между собой, 2, 2, 3, 3 и так далее. Могут быть между ними соотношения. Одно может быть 2 раза больше другого, или 3 раза больше другого, и так далее. Разные цифры. Или между ними вообще нет никаких соотношений. Так, как, например, 8 и 3. Между 8 и 3 какое-то соотношение есть? Нет. Вот исходя из этих вот, как бы, как называется, игр между этими цифрами, у нас получится 4 способа. Между, посмотрим, сколько комбинаций. Комбинаций получится 4. Первые две комбинации пока понятны или нет? Первая как называется? Томасуль. Что такое томасуль? Когда две цифры равны, 2, 2, 3, 3 и так далее. Вторая называется как? Называется тавафук. Когда между двумя цифрами есть единое соотношение какое-то. Так что каждая цифра делится на одну и ту же цифру без остатка. Дальше. Вот теперь третье. Называется тадахуль. Тадахуль еще легче. Что такое тадахуль? А слово взаимное вхождение. То есть одна цифра входит в другую без остатка. Уайусамма танасуб. Еще по-другому называется танасуб, то есть соответствие. Уаль мутадахилян, айбара ан ададейн. Что такое мутадахилян? Две цифры от тадахуля. Это две цифры ададейн. Якунул калиль минхума джузъан миналь касир. Меньшая цифра из двух, как бы часть чего? Большей цифры. Фаль калиль дахиль филь касир дуналь акс. Маленькая цифра входит в большую цифру, но не наоборот. Большая не входит в маленькую, маленькая входит в большую. Говорит уабимана ахар, или по-другому говоря, ан якуна аль-ададуль асхар джуз ан сахихан мин аль-адад аль-акбар. Когда меньшее число является правильной долей как бы большего числа. Мислю самани варба, как например 8 и 4. 4, если мы введем восьмерку, его нормальная будет его доля, то есть 8, если разделим на 2, будет как раз 4. Смотри, вот ариф унахр, или по-другому говоря, аль-мутадахилан айбара ан ададейн, ахадухума акбар, уль-ахару асгар. Мутадахилан — это две цифры, одна из них больше, другая меньше. Бихайсу янкасиму акбар аль-асгар мин гэри каср. Так что большая цифра делится на меньшую цифру без остатка. 8 разделим на 4, сколько будет? 2. 2 — это целая цифра или нет? Целая цифра. Ва-ю-арраф айдан, еще по-другому говоря, то есть тебе уже что? По-разному уже разъяснили, что это такое. То есть элементарные вещи разъясняются как по-разному. Смотри. Биан яфния асгаругума акбаругума. Чтобы малое число, как бы, грубо говоря, съело большее число, без остатка. Ваю аравзалика биан татрах алакаль миналь аксар. То есть и это, говорит, мы познаем, если сравним меньшее число с большим. Фаин афнаху фимарратейн фа аксар фа ума мутадахилян. Если, говорит, меньшее число поедает большее число в 2 раза или в 3 раза, то есть в 2 захода или в 3 захода или больше, то это из понятия какого? Из третьего метода. Тадахуль. Говорит, ка иснейн ва арба, как 2 и 4. Фалиснейн тенфи аль арба афимарнатейн. Смотри, двойка поедает 4 в 2 захода. Правильно? 2 на 2, сколько? 4. Ва касаласа у тиса, или как 3 и 9. Фаинна саласа тефни тиса афи саласи марра. Тройка поедает 9 в 3 раза, в 3 захода. Стоит. Короче говоря, брат, все понятно. Тадахуль — это как, когда у нас 2 цифры и 1 делится на 2 без остатка. Смотри. Вала адат аль мутадахиля. Какие цифры у нас бывают мутадахиля? Как 2 и 6, 2 и 4, 2 и 8, 3 и 6 и так далее. Нам это не для того, чтобы указать, что в наследстве только это бывает. Нет, просто для примера. Фаинкана бейн аль ададейни тадахуль. Теперь наше постановление. Как поступать, если между 2 цифрами есть тадахуль? Фальхук муфи. Постановление следующее. Анну юктафа биль акбари мингума. Мы берем из них самое большое и все. А на маленькое внимание не обращаем. Еще легче или нет? Еще легче. Смотри. Халика анзоджу абинту шакых. Женщина скончалась, оставила после себя мужа, дочь и родного брата. Муж сколько берет в этом случае? 1/4. Дочь сколько берет? 1/2. Брат сколько берет? Остаток. Вот теперь смотрим на знаменателей, представителей фарда. У мужа 1/4, у дочери 1/2. 4, 2. Как раз из тадахуля или нет? Тадахуля. 4 делится на 2 без остатка. Из этих 2 цифр мы берем какую, сказали? Самую большую, маленькая нас не интересует. 4 пишем куда? Верхний квадратик. Все, под верхним квадратиком 3 квадратика, так как 3 наследника. Перед каждым из них свой хозяин. Зоч, бинт, шатых. Смотрим, да, на таблицу. В конце страницы какой? 163. Зоч, перед ним сколько стоит? 1/4. Бинт, 1/2. Шатых, буква айн. Что знаешь айн? Асаба. Теперь, чтобы узнать долю каждого из них, что мы делаем? Общее число, единое, вот эту 4. Мы делим на знаменатель каждого представителя фарда. 4 разделили на 4 мужа, записали 1. 4 разделили на 2 дочери, записали 2.
Остаток дали кому? Родному брату. 1 плюс 2, 3, 4 минус 3, сколько? 1. Все, записали однерку. Усвоили или нет? Значит, муж получит 1 четвертую, дочь получит 2 четвертых, родной брат получит тоже 1 четвертую. Все. Теперь второй пример. Халик анзауджа вабинт ваибн ам шатых. Человек скончался, оставил после себя жену, дочь и сына родного дяди. Стоит. Сколько представителей фарда? 2. Жена сколько получает? 1 восьмую. Дочь сколько получает? 1 вторую. Сын родного дяди? Все, что осталось. Так, какие у нас цифры получились? 8 и 2. Правильно ли нет? Знаменатели кого? Представители фарда. 8 и 2. И садахуля, тамасуля, талавка, или как называется? Тадахуль. Почему 8 делится на 2 без остатка? Берем какую цифру? Восьмерку. Двойка нас не интересует. Самую большую ставим в верхний квадратик. Так, а если бы было 3 представителя таких? Допустим, 8, 2 и 4. Все равно взяли бы что? Опять восьмерку. Понятно или нет? Так, восьмерку записали. Теперь 3 квадратика снизу, так как 3 наследника. Перед каждым квадратиком свой хозяин. Теперь узнаем их доли. 8 делим на восьмерку жены 1, 8 делим на двойку дочери 4, 8, и остаток кому? Сыну родного дяди. 1 плюс 4, 4, 1 плюс 4, точнее 5, 8 минус 5, сколько? 3. Записали перед сыном родного дяди тройку. Понятно или нет? В итоге что получилось? Жена получила 1 восьмую, дочь получила 4 восьмых, а родному сыну родного дяди осталось 3 восьмых наследства. Файда говорит, примечание. Куллю мутадах илейни мутавафикан. На самом деле, каждый мутадах илян, это что? Мутавафикан. Правильно или нет? Смотри, восьмерка и двойка. Мутавафикан или не мутавафикан? Тавафук или нет? Тавафук. Двойка делится на 2 без остатка, 8 делится на 2 без остатка. Так? Будет сколько? 1 и 4. Понятно или нет? Таиб. Вот теперь смотри. Говорит, наху, самани ва ихнейн. Как, например, двойка и восьмерка. Фанаджит анна бейна ума тадахулян минджиха. Мы видим, что с одной стороны между ними тадахуль. То есть восьмерка делится на двойку без остатка. Уаминджихатин ухра юджа дубейну матавафукун финнисф. А с другой стороны мы видим, что между ними есть соотношение в половине. Уакуллю мутамасилейни мутавафикан. И нужно говорить, запомнить, что каждый мутамасилян тоже мутавафикан. Смотри, 2-2, 3-3, 4-4. Они мутавафикан или нет? Тоже есть, между ними есть тавафук. Потому что если мы говорим 3-3, то обе эти цифры делятся на одинаковую цифру без остатка. 3 делится на 3, и это вторая 3 тоже делится на 3. Наху, например, 6 и 6. Фанаджит анна бейнаума тамасулан минджиха. Мы видим, что между ними есть тамасул. Равенство с одной стороны. 6 и 6. Ва минджихатин ухра юджаду бейнаума тавафук. Фисудус. А с другой стороны, между ними есть единое соотношение. В шестой части. 6 делится на 6 без остатка, и вторая шестерка тоже делится на 6 без остатка. 1-1. Понятно или нет? Тай. С чем? С тамасулем разобрались. С тавафуком разобрались. И с чем с тадахулем тоже разобрались. И арабия. Теперь четвертый метод или четвертый способ называется как табаюн. Табаюн это как бы взаимное расхождение. Почему? Воюсамма тахалюв. По-другому еще называется тахалюв. Тоже переводится как взаимное расхождение. Оху, а что это такое? Алла якуна бейна ададейн иштиракун фиджуз миналяджиза. Это когда между двумя цифрами нет никакого единого соотношения. Ни в какой доли. То есть не делятся они на одинаковую цифру. Одна другую тоже не поглощает. И они не равны. Это не тавафук, и не тадахуль, и не табаюн. А, и не тамасуль, не тавафук, и не тадахуль. Говорит, касаласа вот арба, как, например, 3 и 4. Что с тройкой и четверкой делать, брат? Не делится. Четверка не делится на тройку, тройка не делится на четверку, никто из них не делится на 2, точнее, тройка не делится на 2 без остатка и так далее. Что мы с ним будем делать? И шлямна саласа лейса ла илля сулюс. Потому что 3 не делится ничего, кроме как на треть. Вот арба ла сулюса ла асахи. А у четверки нет целого, третьего, целой третьей доли. Вакалиснейн васарат, или как двойка и тройка. Лянна лиснейн лейса лага илла нисф, потому что двойка делится только наполовину, без остатка. Васаласа ла нисфа ла сахих. А у тройки нет целой половины. Три, если сделаем наполовину, сколько будет? 1,5. Вот это 0,5, это уже каср, дробь. Она лишняя, а нам нужно число какое? Целое. Говорит фаинкана бейнал ададейни табаюн. Теперь постановление, как мы будем поступать. Если между двумя цифрами табаюн, то есть взаимное расхождение, как, например, двойка, тройка, тройка, четверка, фальхукмуфии, то постановление в нем следующее. Ан юдрама ахадугума фикамиль аль-ахр. Одно умножаем на второе. Все. 3 умножим на 4, двойку умножим на 3. 3 на 4 сколько? 12, 2 на 3 сколько? 6. Говорит мисалюху, пример этого. Халик анзоуджа ва ому ам. Скончался человек, оставил после себя жену, маму и дядю. Вопрос к вам. Мама, сколько, жена сколько получает? Жена получает четверть, да. Мама сколько получает? Сулюс, третью часть, потому что нет ни сыновей, ни группы братьев. А дядя получает все оставшееся. Значит, у жены 1 четвертая, у мамы 1 третья. 4-3. Между ними что? Тамасуль есть? Нет. Тавафук есть?
Тоже нет. Тогда хуль тоже нет. Остается что? Добавим. 3, 4. Что мы сделаем? 3 умножить на 4 будет 12. Вот цифру 12 записали в верхний квадратик. Видишь или нет? Остальное тебе уже известно. 3 квадратика, каждый из них хозяин подписан. Чтобы узнать долю, нужно целое число, вот это вот верхнее единое число, разделить на знаменатель каждого. 12 делим на четверку жены 3, 12 делим на тройку маме 4, 12 делим, точнее здесь уже ничего не делим, так как дядя кто у нас? Представитель Асаба, у него дроби нет. Ему отдадим остаток. 3 плюс 4 сколько? 7, 12 минус 7, 5. Записали перед ним пятерку. Усвоили? Теперь второй пример. Халик аншакик ва ум ва ам. Аншакика точнее, ва ум ва ам. Скончался человек, оставил после себя сестру, маму и дядю. Сестра сколько получает в этом случае? Одну, вторую. Мама сколько получает? Треть. Одну третью. Дядя получает остаток. Двойка, тройка. Между ними табаюн. Нет, нет. Тамацуля, ни талафука, ни тадахуля. Так, 2 умножаем на 3, сколько будет? 6. Записали шестерку наверх. Дальше тебе все известно. 6 разделим на тройку, на двойку, точнее, сестры запишем тройку. 6 разделим на тройку, мамы запишем двойку. И остаток отдадим дяде. 3 плюс 2, 5, 6 минус 5, 1. Записали 1 перед дядей. Понятно же все? Все, как мы сказали, элементарно, иншалла. Вот эти, если вещи поймешь, мы обещали, что будем делать, идти шаг за шагом. Все, если ты это повторишь дома, хорошенько закрепишь, дальше будет проще. В том смысле, что будет сложнее, но если бы ты это не изучил, ты бы не понял следующее. Но так как ты теперь это уже понял, дальше будет уже что? Несложно. Понятно или нет? Так, завтра будем, иншаллах, продолжать, будем изучать другие вопросы. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк. Сколько представителей фарда? 2. Жена сколько получает? 1/8. Дочь сколько получает? 1/2. Сын родного дяди? Все, что осталось. Так, какие у нас цифры получились? 8 и 2. Правильно или нет? Знаменатели кого? Представители фарда. 8 и 2. Из тадахуля, тамасуля, талафка, или как называется? Тадахуль. Почему 8 делится на 2 без остатка? Берем какую цифру? 8. Двойка нас не интересует. Самую большую ставим в верхний квадратик. Так, а если бы было 3 представителя таких? Допустим, 8, 2 и 4. Все равно взяли бы что? Опять 8. Понятно или нет? Так, 8 записали. Теперь 3 квадратика снизу, так как 3 наследника. Перед каждым квадратиком свой хозяин. Теперь узнаем их доли. 8 делим на 8 жены 1, 8 делим на 2 дочери 4, 8, и остаток кому? Сыну родного дяди. 1 плюс 4, 4, 1 плюс 4, точнее 5, 8 минус 5, сколько? 3. Записали перед сыном родного дяди 3. Понятно или нет? В итоге что получилось? Жена получила 1/8, дочь получила 4/8, а родному сыну родного дяди осталось 3/8 наследства. Файда говорит, примечание. Куллю мутадах илейни мутавафикан. На самом деле, каждый мутадах илян, это что? Мутавафикан. Правильно или нет? Смотри, 8 и 2. Мутавафикан или не мутавафикан? Тавафук или нет? Тавафук. 2 делится на 2 без остатка, 8 делится на 2 без остатка. Так? Будет сколько? 1/4. Понятно или нет? Таиб. Вот теперь смотри. Говорит, наху самани ва иснейн. Как, например, 2 и 8. Фанаджит анна бейна гума тадахулян минджиха. Мы видим, что с одной стороны между ними тадахуль. То есть 8 делится на 2 без остатка. Уаминджихатин ухра юджа дубейну матавафукун финнисф. А с другой стороны мы видим, что между ними есть соотношение в половине. Уакуллю мутамасилени мутавафикан. И нужно говорить запомнить, что каждый мутамасилян тоже мутавафикан. Смотри, 2-2, 3-3, 4-4. Они мутавафикан или нет? Тоже есть, между ними есть тавафук. Потому что если мы говорим 3-3, то обе эти цифры делятся на одинаковую цифру без остатка. 3 делится на 3, и это вторая 3 тоже делится на 3. Наху, например, 6 и 6. Фанаджит анна бейнаху матамасулан минджиха. Мы видим, что между ними есть тамасул. Равенство с одной стороны. 6 и 6. Ва минджиха один ухра юджаду бейнаху матавафук. Фисудус. А с другой стороны между ними есть единое соотношение. В шестой части. 6 делится на 6 без остатка, и вторая 6 тоже делится на 6 без остатка. 1-1. Понятно или нет? Тай. С чем? С тамасулем разобрались. С тавафуком разобрались. И с чем? С тадахулем тоже разобрались. И арабия. Теперь четвертый метод или четвертый способ называется как? Табаюн. Табаюн это как бы взаимное расхождение. Почему? Воюсамма тахалюв. По-другому еще называется тахалюв. Тоже переводится как взаимное расхождение. Ого, а что это такое? Алла якуна бейн аль-ададейн иштиракун фиджуз мин аль-аджза. Это когда между двумя цифрами нет никакого единого соотношения. Ни в какой доле. То есть не делятся они на одинаковую цифру. Одна другую тоже не поглощает. И они не равны. Это не тавафук, и не тадахуль, и не табаюн. А, и не тамасуль, не тавафук, и не тадахуль. Говорит, касаласа вот арба, как, например, 3 и 4. Что с тройкой и четверкой делать, брат? Не делится. Четверка не делится на тройку, тройка не делится на четверку, никто из них не делится на 2, точнее, тройка не делится на 2 без остатка и так далее. Что мы с ним будем делать? Ишлям на саласа, лей саля илля сулюс. Потому что 3
не делится ничего, кроме как на треть. Хуаларба аллясулю саляха сахиха. А у четверки нет целого третьего, целой третьей доли. Вакалиснейн васарати, или как двойка и тройка. Ляна лиснейн лей саляха илла нысф. Потому что двойка делится только наполовину, без остатка. Васаляса ля нысф аля сахиха. А у тройки нет целой половины. Три, если делим наполовину, сколько будет? 1,5. Вот это 0,5, это уже каср, дробь. Она лишняя, а нам нужно число какое? Целое. Говорит Фаинкана бейнал ададейни табаюн. Теперь постановление. Как мы будем поступать? Если между двумя цифрами табаюн, то есть взаимное расхождение, как, например, двойка, тройка, тройка, четверка, фальхукмуфии, то постановление в нем следующее. Ан юдрама ахадухума фикамиля лаха. Одно умножаем на второе. Все. 3 умножим на 4, двойку умножим на 3. 3 на 4 сколько? 12, 2 на 3 сколько? 6. Говорит Мисалюху, пример этого. Хали канзоуджа ва ому ам. Скончался человек, оставил после себя жену, маму и дядю. Вопрос к вам. Мама, сколько, жена сколько получает? Жена получает четверть, да. Мама сколько получает? Сулюс, третью часть, потому что нет ни сыновей, ни группы братьев. А дядя получает все оставшееся. Значит, у жены 1/4, у мамы 1/3. 4-3. Между ними что? Тамасуль есть? Нет. Тавафук есть? Тоже нет. Тадахуль тоже нет. Остается что? Добавим. 3-4. Что мы сделаем? 3 умножить на 4 будет 12. Вот цифру 12 записали в верхний квадратик. Видишь или нет? Остальное тебе уже известно. 3 квадратика, каждый из них. Хозяин подписан. Чтобы узнать долю, нужно целое число, вот это вот верхнее единое число, разделить на знаменатель каждого. 12 делим на четверку жены 3, 12 делим на тройку маме 4, 12 делим, точнее здесь уже ничего не делим, так как дядя кто у нас? Представитель Асаба, у него дроби нет. Ему отдадим остаток. 3 плюс 4 сколько? 7, 12 минус 7, 5. Записали перед ним пятерку. Усвоили? Теперь второй пример. Халик аншакик ва ум ва ам. Аншакика точнее, ва ум ва ам. Скончался человек, оставил после себя сестру, маму и дядю. Сестра сколько получает в этом случае? Одну, вторую. Мама сколько получает? Третью. Одну третью. Дядя получает остаток. Двойка, тройка. Между ними табаюн. Нет, нет. Тамасуля, ни талафука, ни тадахуля. Так, 2 умножаем на 3, сколько будет? 6. Записали шестерку наверх. Дальше тебе все известно. 6 разделим на тройку, на двойку, точнее, сестры запишем тройку. 6 разделим на тройку, мамы запишем двойку. И остаток отдадим дяде. 3 плюс 2, 5, 6 минус 5, 1. Записали 1 перед дядей. Понятно же все? Все, как мы сказали, элементарно, иншалла. Вот эти, если вещи поймешь, мы обещали, что будем делать, идти шаг за шагом. Все, если ты это повторишь дома, хорошенько закрепишь, дальше будет проще. В том смысле, что будет сложнее, но если бы ты это не изучил, ты бы не понял следующее. Но так как ты теперь это уже понял, дальше будет уже что? Несложно. Понятно или нет? Так, завтра будем, иншалла, продолжать, будем изучать другие вопросы. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх. Точнее, здесь уже ничего не делим, так как дядя кто у нас? Представитель Асаба, у него дроби нет. Ему отдадим остаток. 3 плюс 4 сколько? 7, 12 минус 7, 5. Записали перед ним пятерку. Усвоили? Теперь второй пример. Халик аншакик ва ум ва ам. Аншакика точнее, ва ум ва ам. Скончался человек, оставил после себя сестру, маму и дядю. Сестра сколько получает в этом случае? Одну, вторую. Мама сколько получает? Третью. Одну третью. Дядя получает остаток. Двойка, тройка. Между ними табаюн. Нет, нет. Тамасуля, ни талафука, ни тадахуля. Так, 2 умножаем на 3, сколько будет? 6. Записали шестерку наверх. Дальше тебе все известно. 6 разделим на тройку, на двойку, точнее, сестры запишем тройку. 6 разделим на тройку, мамы запишем двойку. И остаток отдадим дяде. 3 плюс 2, 5, 6 минус 5, 1. Записали 1 перед дядей. Понятно же все? Все, как мы сказали, элементарно, иншалла. Вот эти, если вещи поймешь, мы обещали, что будем делать, идти шаг за шагом. Все, если ты это повторишь дома, хорошенько закрепишь, дальше будет проще. В том смысле, что будет сложнее, но если бы ты это не изучил, ты бы не понял следующее. Но так как ты теперь это уже понял, дальше будет уже что? Несложно. Понятно или нет? Так, завтра будем, иншалла, продолжать, будем изучать другие вопросы. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх. Если бы ты это не изучил, ты бы не понял следующее. Но так как ты теперь это уже понял, дальше будет уже что? Несложно. Понятно или нет? Так, завтра будем, иншалла, продолжать, будем изучать другие вопросы. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.